Наконец-то я прибыл на Самара-арену. Посмотрим, что здесь изменилось за целый год. Такой вот трамвайчик старой модели. Оценителям общественного транспорта будет очень интересно. Кстати, здесь только два маршрута, 11 и 12, а 5 отменили, сюда он не ходит больше. А еще 24-го короткого тоже не знаю, вроде как указан, а его нет. Ну что, пошли, я буду замыкающим в колонне, судя по всему. 12-й я ехал, на 12-м. Я говорю, 3 часа, на Саратай. Ну, народ, вы видите сами, что есть, конечно, только я стал гораздо больше. А тот же, если сравнитесь с площади Славы, или там, с тем более с площади Куйбышева, конечно, больше там, чем здесь. Но народ есть. Здесь не пустует место. И вот эти вот цифры нам показывают, сколько нам топать до стадиона. Вообще, когда я первый раз сюда пришел, было это на матч Крылья Советов, я аж охренел, сколько еще от остановки идти до самого стадиона. Ну что ж делаешь? Еще главное в гору. Ну что ж делаем? Идем. Идем. Ёлка, мне нравится, кстати, там впереди. Что, здесь пройдем? Здесь пройдем. Вот они, цифры уже начинаются. Кстати, очень многие интересовались, открыты ли туалеты, но судя по всему, нет. По-моему, здесь всегда были закрыты. Они... Деревья, конечно, красивые. Неплохо так, кстати, расчистили в целом. Я, кстати, снежинки. Так вот, я, кстати, не был ни на одном из матчей чемпионата мира. Увы, но нисколько об этом не жалею. А вот былое наследие, мяч, который в снегу с бутсами вместе, как символ российского футбола. О том, что временно он, так сказать, спит. Или что? Или замерз, я уж не знаю. Такие вот интересные площадки для отдыха. Уже нам 8 километров пились. Да, ускоримся. Я пойду побыстрее, чтобы было более динамичное видео. Самара-арена. Люди с ватрушками. Интересно, значит, где-то здесь горки, что ли, есть? Хотя, в принципе, это одна большая гора. Можно вниз скатываться. Стоп.
Мне, кстати, что здесь нравится, так это действительно деревья, такая зимняя красота. Уже 7 у нас. А елка на 3-м стала быть, да? У нас. Что там? Парень на лыжах-то, а? Смотри. А здесь все огорошено. Так. Указатели. Это еще не убрали чемпионат мира. Ну вот она, кстати, уже к елке приближаемся. Сейчас посмотрим, что там. Какой вход. Что там надо, не надо, может, платить придется или что там в этом роде. Посты. Контроль безопасности. Интересно. Интересно, это раньше не было. Здесь еще один контроль поставили. Сейчас пройдем его. И пойдем дальше. Сейчас мы пройдем контроль. Ключи только. Ключи, телефон. А телефон нет, ключи только. Вот, наверное, ну, нужно выехать. Ну хорошо, я могу ее здесь отпустить. Поставь, пройдите через раму. Пойдите сюда. Конечно. Ключи. Проходим, проходим. Давай, куда же ключи, телефоны. Вот все. Сюда к нам. Что там сработало? Да, погоди, 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 да. Ребятишки, можете приходить. Ребятишки, приходите. Да? Могу идти? Вы забыли телефон. Это не я. Все, прошел, короче, контроль. Там эти павильоны. Все. Да. Так, ну елка, конечно, да, посмотрим на елку, планетарий. О, какая красавица-то, а. Какая красавица. Хотя, в принципе, если по большому счету, на площади славы мне нравится больше, но что мне нравится здесь, так это что какая гигантская елка. Очень мне нравятся тут гигантские ели. Это прям хорошо. Деда Мороза. Вот Дед Мороз. Сейчас, подожди. Фоткается Снегурочка. Два раза Снегурочки, да, дочь? Да, елка просто огромная, конечно. Просто вообще. Мне нравится такая гигантская ель. Вот такой вот колпачок из... Ну пойдем в планетарий чего. Пока здесь люди фоткаются. Меня потянуло налево, так сказать. Да, народу, ну так, так достаточно много. Этот гигантский ураган. Известно, что большое красное пятно Юпитера вращается вместе с планетой и за последние 100 лет уменьшилось вдвое. Астрономы высказывали предположение, что это...
Мне тоже, кстати, вот эти шары, типа планета, нравятся. Он издает странные звуки, похожие на речь, которые называют электромагнитные. Питание в тюбиках. Интересный стенд. Советую всем почитать. А то у нас только и разговор о том, что... О том, что Рогозин гробит космос, а более детально нет ничего о космосе у нас, к сожалению. Мощнее и продолжительнее. На Юпитере все не как у людей. На Земле привыкли к собственной прохладе. О, я так понимаю, вот это и есть Юпитер. Если возьмете земный багаж весом 100 килограммов, то на Юпитере он будет весить 240. На Юпитере всегда можно увидеть яркое кольцо. Кольцо. Град из кусков алмаза. Молнии планеты превращают метан в углерод. Космос в мировой культуре. Где здесь про Илона Маска? Нет здесь про Илона Маска нашего дорогого. Юпитер наблюдался почти всеми. Да, народа очень-очень неплохо. Я столько народа впервые после карантина увижу. То есть заполняемостью справились. Планета именовалась Суйсин. Инки же использовали имя Ир. Но окончательно Юпитер назвали в честь древнеримского бога неба, дневного света и грозы. Юпитер почти всех богов, но тоже не было времени. Почему именно эту планету назвали в честь отца всех богов? Потому что это крупнейший объект в Солнечной системе, а значит самый мощный. А вот здесь вот плохо чистят, между прочим, дорогу вот, планетарий. Там центральную аллею, конечно, они классно расчистили. Такие вот шарики интересные. Да, что, могу? Могу. Не. О. Обычный Сатурн и гигантский Сатурн. А в подмосковном зоопарке почти 74 года жил знаменитый крокодил Сатурн. О, это же наша Земля. Так, это, значит, Южная Америка, Африка, дальше Северная. Если считать размеры Сатурна с его кольцами, диаметр которых 250 тысяч километров, то это была бы самая крупная планета системы. Самое большое известное кольцо Сатурна почти в 200 раз больше, чем Земля. Да, вот так это как бы в разрезе выглядит. Вот здесь вот надувается все. Название планеты получили в честь имени Австралия. Земледелия Сатурна. Хотя твердой поверхности она не имеет и представляет собой слои газа. Бесспорно, самой яркой чертой системы Сатурна является... Гений космоса. Козлов, Королёв. КС. Да, прикольно сделано. МКС стенд. А дальше уже дискотека начинается, видно. Вот они, союзы. Это все, конечно, красиво, да? Нет, я не говорю, что в реальности это не так. Это так, конечно же. Но очень обидно, что в наше время нашу космонавтику разрушают сознательно. Вот это действительно обидно. А вот один кровный оборот вокруг Солнца занимает 29,5 земных лет. А эта планета, значит, я честно и не знаю вообще. Марс, что ли, получается? Да, точно. А вот уже и Арена.
Так она выглядит. Сатурн имеет видно? 82 спутника. Это больше, чем у Сатурна. А нет, еще не видно арену. Наиболее заметными спутниками являются спутник Энцелад считается одним из наиболее перспективных мест с точки зрения полет в Новый год. Планеты своими орбитами они меняются примерно раз в 4 года. Постепенно сближаясь, они вплотную подходят к точке столкновения, так. И вместо этого меняются местами. Какая-то дискотека далее. Больше энергии, чем получает от Солнца. Эта энергия вырабатывается в недрах планеты. Ой, красиво, да, как будто нахрен артефакт из сталкера. Не даже на планету похоже, на артефакт. Хорошо, как фанаты сделали. Сейчас пойдем обратно, что, но не совсем обратно. Сейчас пойдем. Вот этот интересный кафетерий у Павловича. Есть где перекусить. А мы, конечно, сейчас за это посмотрим. А там играет на трубе. Гирлянду. Снеговик. Лопату даже сделали, надо же. Это робот, что ли? Память и хоккеист с клюшкой. А это что у нас такая?
Самара Арена, футбольный стадион в Самаре, штат мира. И получается, можно вот эти кубики покрутить, что ли? Ага, да. Интересно сделано, конечно. Вот пазл. Тут, смотри, Захара, да? И факты различные. Ну, заяц, он же только теперь не с красной, а с синей трубой. То же самое. А здесь история самарского футбола, именно крыльев, советов. Ну-ка, кто там на футболке? Кажется. Стадион Металлург. Панфилов. История клуба. Да, и раньше, конечно, круто играли. Сейчас скатились во вторую лигу, в первую, которая называется, которая ФНЛ. И, кстати, что интересно, что крылышки ни разу ничего не выигрывали. Один раз выходили в финал Кубка СССР, один раз в финал Кубка России, да, проиграли Тереку сейчас Ахмату. И, короче, максимальное достижение было третье место в чемпионате сезона 2004 года. Это было те еще года, ох, много приятных у меня воспоминаний о тех годах моей жизни, конечно. Ну ладно, идем дальше. Че грустить-то? Еще один снеговик. На сей раз не только с лопатой, но еще и с метлой. Один раз. Еще какая-то кафешка. Ну, в отличие от Палыча, вот этого кафе я еще не видел. Интересно, жене сэндвич. Да нахрен он ей нужен. А вот тут намек, что это все-таки олимпийская деревня. Кольца символ Олимпиады. Мы сделали вот такой вот интересный кружок туда и вот и сюда. Тут что-то планировали, видно, каток, что-то типа этого, но ничего нет. Зарядись теплом. Какие-то кабинки для обогрева. Пацаны, вход запрещен почему-то. А если люди замерзнут? Вот такая вот стела. Олимпийская деревня. Еще один Палыч. Ну вот он сам стадион, собственно говоря. Выглядит красиво. Но мне больше Металлург по душе. Так. Маленькие елки. Прокат коньков. И еще один закусончик стоит. Горки, куда же без них. А, не, он все-таки туалет, он работает. Я ошибся чуть-чуть. Они просто около остановки не работали. Вон оно что. Ну ладно.
горшки у детей. Пойду каток поснимаю. Ну что, в целом мне понравилось здесь, конечно, но до уровня площади Славы Самара-Арена еще расти и расти. Вот там реально гуляние так гуляние, просто лабиринт какой-то. Конечно, я думал, это каток вообще. Лабиринт для детей, а? Ты посмотри, что сделали. Молодцы. А я думал, это вообще каток. Интересно. Аня тоже вставай. Странно, где ж каток? Что-то я не пойму, ну ладно. Вот одна. Интересно, что сейчас в центр пройдут этого лабиринта? Что-то я, похоже, кругами просто хожу еще. Спасибо. По стенам не ходить, но все ходят. А, ну как же я елки-то не снял? Какой же Новый год без маленьких елок? Я все большую-большую снимаю, а вот маленькие тоже ничего. Так, а тут там что, тоже горка какая-то? Или уже каток начался? Что там? За фигня? Что здесь за фигня? Каток поди какой-то. А, парковка здесь. А, да, горка. Горка здесь, она что? Ну, парковка. Ох, я. Здесь очень, кстати, довольно скользко. Ступеньки очень скользкие. Это что за деревушка? Какая-то деревня. Это здесь плохо видно. Ох. Ну это парковка, ладно, я понимаю. Ты что, и все что ли? Получается все, да, елка там. И мы вот так вот уходим. Что за домик? Домик, наверное, Деда Мороза. Домик Санта-Клауса, надо же, в Самаре. Похоже на то. Или что это? Это за херня? А, дом Снегурочки. Вот оно что. Понятно. Такой вот домик Снегурки не работает почему-то, внутрь нельзя войти. Снегурки нет дома. Такой вот интересный счет.
Олень. Мама. Мама, олень, да. Медведь, самки. А никто вас не фотографирует, Степан. Ну-ка, ну-ка. Олень. Вижу я этого оленя. Ага, да. Ну-ка, вот. Тут вот. Сейчас я зайду. Вот такой вот олень. А красиво. Детская площадка. Качели. Ну-ка. Ну, мы здесь чуть побудем. Двора. Качели здесь. Еще один олень. Да, удобно, удобно здесь. Конечно, инклюзивный парк хорошо сделан. Качаются дети. У нас нет времени все снимать. Прокат. Я думал, что здесь коньки прокатывают, но тут я даже не знаю, лыжи, наверное, да, потому что здесь лыжня, или что здесь, даже я не знаю, что здесь прокатывают. Ладно, не важно. А есть мы здесь еще каток? Честно, что здесь за это за площадка? Тоже для, я даже не знаю для чего, какие-то соревнования были, типа пройди здесь, нагнившись под этими брусьями. Каток хрен его знает, я в стране. Нашел, ладно, без катка, да и похер. Мало ли что катков. Ну, а в целом ничего так получилось, конечно. С новым 2021 годом. И вот я возвращаюсь вновь на елку. Ну, я думаю, в принципе, можно уже заканчивать. Ну, вот еще здесь эту запись Министерства спорта Самарской области. Что-то мне это большие гонки напоминает. Какие-то испытания, видно, были. Тут веселые старты, что-то типа этого. Но уже все. Уже все здесь. И даже если здесь где-то рядом есть каток, который я не нашел, то все равно уже хочется обратно уже. Все, мы сделали кружок. Ну и что, понравилось? Понравилась елка, конечно. Этот планетарий понравился, только единственное, что издалека это не было похоже на планеты, а больше на какие-то артефакты, светящиеся, на какие-то светящиеся шары. Хотя так и выглядит планета, но ладно, не буду уж особо придираться.
Да, и все-таки главное, что организаторы с чем справились, так это заполняемость Самар-арены вне футбольных матчей. Вы сами видели, очень много народу. Не так много, как в центре города, но есть. Детворе хорошо, а это самое главное всех. С Новым годом, Самара, пока!